Ученики начальной школы и пятиклассники в новом учебном году будут пользоваться дневниками школьника Пензенской области. Документ был разработан по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и впервые поступил в школы региона летом 2017 года. В Заречном в прошедшем учебном году с ним работали около 2000 учащихся. Мне очень понравилось с ним работать. Там много таких интересных картинок. Там надо приклеивать смайлики за неделю. Хороший смайлик, не очень или плохой за всю неделю. Это... Понравилось ли тебе неделю или нет? На страницах дневника школьника Пензенской области представлена информация о Сурском крае, достопримечательности, исторические факты, известные люди региона. Кроме этого, на каждом развороте размещен QR-код. После наведения на него камеры смартфона школьники могут посмотреть разнообразные образовательные ролики. В этом году в дневниках появились еще и правила безопасного поведения и другие сведения. В прошлом году Министерство образования собирало от нас информацию, от учителей, от родителей и пожелания, какую информацию необходимо внести в дневники. Например, вот с нашей стороны мы писали о том, что в дневниках можно разместить телефоны специальных служб, которые в этом году были размещены непосредственно в дневниках. Кроме того, увеличено количество граф для записи уроков на каждый день. В этом году зареченским учащимся предоставлено 2206 дневников школьника Пензенской области. Все они уже переданы образовательным организациям. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».